Дорогие друзья, наши гости, уважаемые батюшки, владыки, низкий вам поклон, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Замечательная вот это стала традиция рождественские чтения в университетах России. А тема сегодняшнего форума вообще особенная. Это тема святая. Вот эти два слова, великая победа, это свято для каждого советского русского человека. И, конечно, неудивительно, что наша церковь, которая неотделима всегда была от народа, которая колоссальный вклад внесла в дело победы, проводит вот такие чтения. И что интересно, это чтение проходит не только в Москве, но в других городах и даже за рубежом. У меня одна приятница в Панаме живет. Она говорит, у нас, говорит, скоро рождественские чтения. Меня это так удивило. Думаю, в Панаме, там есть православный приход, рождественские чтения. И тема сегодняшних чтений – это «Великая победа. Наследство и наследие». Наследники, наследие и наследники. Вот наследники, вот они стоят все перед нами. Вот они наследники. Вот. И мы стараемся их воспитывать так, чтобы вот эти события нашей страны, нашей истории, они всегда знали, они помнили и тоже свято хранили в своем сердце. То, что мы сегодня исполним, это вполне можно отнести к наследию Великой Победы. Потому что песни советские, созданные послевоенные и в военные годы, которые и сегодня звучат, как будто вот сегодня написаны, актуальны, это классика. Это классика. Это советская классика. Это мощный такой вклад в наследие Великой Победы. Итак, мы начинаем концерт. Перед вами народный коллектив России, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат международных конкурсов, чемпион всемирных хоровых игр в Сочи, народный коллектив, мужской хор МИФИ Национального исследовательского ядерного университета. Спасибо. Ну, приходится объявлять себя саму тоже. Художественный руководитель и дирижер, заслуженная артистка России Надежда Малявина. Хормейстеры. Лия Обшатко, Юлия Алисова, Анна Хазанова, Татьяна Иващенко и заслуженный артист России Дмитрий Семеновский. Итак, мы начинаем. Первая песня на музыку Эдуарда Колмановского, стихи Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?» Да, мы умеем воевать.
хотят ли русские, хотят ли русские войны? Мальчики стоят, у них нет концертных костюмов, смотринг. Это наш первый курс, который только-только вот в сентябре месяце открыли ротик. И вот они уже осваивают программу. Кирилл Молчанов, стихи Константина Симонова. «Жди меня», солист Денис Карев. Выпьют горькое вино.
студентов у нас в хоре поют и взрослые. Да. Кроме студентов у нас в хоре, вы видите, и мальчики постарше есть, потому что нашему хору уже 63 года. Вот. И поэтому у нас есть даже люди, которые с основания хора поют. Вот. Но сегодня больше молодежи, поскольку концерт дневной, и взрослые мальчики все на работе. Почти все. Итак, последняя песня в нашем сегодняшнем концерте. Это песня, которая удивительным образом совершенно звучит. Вот что значит «История развивается по спирали». Удивительно она звучит сегодня, как будто она написана только вчера. Землянка. А, «Землянка»? «Землянка». Это «Землянка», да еще у нас, да, я перепутала, да-да-да, «Землянка». Но это тоже песня, старая песня, ее, конечно, все знают, этот замечательный текст Суркова на стихи, на музыку Листова. Песня «Землянка», такая задушевная песня, полная любви, без которой невозможна была бы победа, без этой любви. Любовь, которая побеждает смерть. Вот это та же самая любовь. Песня, о которой я уже сказала, это песня «Легендарный Севастополь». Мы в 2008 году, это когда вот в августе проходили вот эти события тревожные, помните, в Осетии вот эти события, с Грузией у нас был конфликт, мы в октябре 2008 года поехали, такая была у нас поездка, не знаю, миссионерская или нет, в Севастополь. Как там люди нас встречали, вы себе не представляете, когда мы пели эту песню «Легендарный Севастополь», люди вставали. Понимаете? И вот Севастополь, он был наш, он стал наш, и Крым наш, и будет всегда наш. Легендарный Севастополь. Музыка Вано Мурадели. Солисты. О, забыла солистов объявить. Так, дай-ка солистов объявлю. У нас тут солисты. Так, ну-ка, давайте, видите, я на вас посмотрю, кто я забыла, кто солист. Так, да. Юрий Федотов, Денис Карев, Даниил Козлов и Павел Золотов. Победой, как
Большое спасибо, дорогие друзья. Приходите на наши концерты. Ой-ой-ой, спасибо. Спасибо.